Приветствую вас, друзья, на нашем семейном канале. Сегодня вашему вниманию бутерброды для похода. Берем кирпичик хлеба, нарезаем по 1 сантиметру. После вырезаем серединку. И на разогретую сковородку выкладываем наши квадратики. После вбиваем по 1 яйцу и вилочкой перемешиваем. Далее добавляем колбаску или сосиску, кусочки сыра плавленого или твердого, а затем накрываем вырезанными нашими квадратиками. Первая партия готова. А во вторую партию я добавила еще по 3 крупных капельки кетчупа. И также накрываем крышечкой и переворачиваем, чтобы обжаривать с другой стороны. Вот такие бутерброды у нас получились. Я их разрезала, чтобы было видно, как оно получилось в разрезе. Это с кетчупом, а это с сыром. Аппетитные, сочные. Приветствую вас, друзья! Хотим порекомендовать вам канал Smarty Track. Ведущая жизнерадостная, положительная девушка по имени Амина. Зайдите к ней на канал, подписывайтесь и дружите. Ну а мы тем временем попробуем, что мы наготовили. Прекрасные наши бутерброды уже остыли. Можно дегустировать. Хочется сказать, что они сытные, вкусные, ароматные. Готовьте, пробуйте, экспериментируйте. И у вас все получится. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И будет вам счастье. До новых встреч, друзья. Пока-пока.